практически в 14 лет, да, вот начали первый раз. Вот у Лема Климова, иди смотри. Да. То есть премьера сразу, мне когда там, он 16. Мне 14 исполнилось на картине и 15 на премьере. А на премьере 15. То есть вы еще помните, условно говоря, вот как бы, поскольку так рано начали, еще те времена, когда цензура реально, ну, была в кинематографе, или уже не было тогда? Ну, так как я работал с Илем Германовичем, да, меня сильно в цензуру не посвящали. Но вы же 9 месяцев провели... 9 месяцев только съемок. На съемках. Плюс 4 озвучки. Я вообще не представляю, как вас мама отпустила. Вот, ну, более того, ребенка. Мама ко мне не приезжала. Ну, ей запретили, насколько ей запретили, я понимаю. Да. Она приехала ко мне потом, когда я уже был худющий, жил самостоятельно, колол дрова, грузил уголь для того, чтобы там, где я живу, было тепло. Но так или иначе... Хороший урок для жизни, для пацаната. Да, такой старт, конечно, у вас. И после этого загреметь на 3 года на подводную лодку, ну, это примерно как морфлот. У Никиты Сергеевича Михалкова, тоже он, так сказать, блеснул. Ну, вот как-то мне так посчастливилось. Я потом на 3 года... До сих пор не могу понять, как это случилось. Но... Ну, вот я хочу понять, там вот знали ваши служители, знали, что вы как, звезда? Чем больше узнавали, что это я, так. О! И я понимал, что если сейчас меня еще кто-то узнает, я точно попаду на какой-нибудь атом-матч или еще куда-нибудь, атомную подводную лодку, и мне будет весело. Поэтому, слава богу, мне повезло. У меня, в принципе, береговая часть была, но 3 года. А, то есть вы не ходили? Мне хватило 3 лет. Ага, я думаю, да. А пригодился этот опыт когда-нибудь в актерской деятельности, в кино или в спектакле, или вообще никак? Ну, у меня нет ни одного фильма, где бы я сыграл... Флотского. Флотского. Да. Так, конкретно, чтобы... Это пригодилось мне как... Как пацану. Если тебя забирают 18 лет, то первый год ты ходишь вот такого цвета. Но ты... Либо тебя сломают, либо нет. Ну, слава богу, мы крепчали. То есть то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Абсолютно, абсолютно, да. Я считаю, что это большие плюсы для пацана. То есть, конечно, это шоковое состояние. Я за 3 года забыл, что такое люстра, что такое газовая плита. Для меня шторы – это очень смешное слово было. Что это такое, вообще непонятно. Ну, вы своим же сыновьям не пожелаете, наверное, службу срочно? Ну, старший сын у меня отслужил. Отслужил, да? Уже? Да, ну, сейчас год служит. А сколько же ему? 22 будет. А, да, действительно, надо же. Вот есть уже 22, да. Но он сам захотел. Угу. При всем понимании он сказал, не хочу косить, не хочу ничего, я хочу служить. Угу. Я говорю, точно? Точно. Ну, как отец, я, конечно, проконтролировал, где он будет служить, но служил честно. Без всяких там, я приехал к командиру, мне сразу сказали, только никаких защит, ничего. Я говорю, не, воспитывайте. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».